субботу в Самарской области небо закроют облака и тучи, осадки в виде дождя и снега, температура воздуха днем 0 плюс 2 градуса, ночью 0 минус 2. Ветер южный, скорость 3-5 метров в секунду. В Сызрани тучи и сильный снег, днем плюс 1, ночью минус 2 градуса, ветер южный 3 метра в секунду. В Тольятти пасмурно, дождь и снег, днем плюс 1, ночью нулевая температура, ветер южный 5 метров в секунду. В Самаре облачно с прояснениями, снег, днем плюс 1, ночью 0 градусов, ветер южный 4 метра в секунду, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 78%, малая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.